рассмотрим с вами значение фразы to crack up. To crack up – it's someone or something that is very funny or to laugh at something. Кто-то либо что-то очень смешное, забавное, либо смеяться над чем-то, лопнуть от смеха. His friends find him a crack up. Его друзья считают его очень смешным, очень забавным. She cracked up when she saw him. Когда она его увидела, она очень сильно рассмеялась. She cracked me up. Она меня рассмешила. У crack up также есть значение to become mentally ill. I think she is cracking up. Я думаю, что она ломается в значении mentally, emotionally. To crack up. Рассмеяться, расхохотаться, лопнуть от смеха. A crack up – очень смешной, забавный человек. To crack up – сломаться emotionally, mentally.